Своего небесного покровителя почтили в татарстанской митрополии. В день памяти святителя Гурия, архиепископа Казанского, прошли торжества, посвященные памяти этого угодника Божия. Богослужение в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище города Казани, где покоятся честные мощи святого, возглавил митрополит Казанский татарстанский Феофан. А накануне торжества глава митрополии возглавил литургию в престольный праздник Казанского храма святой Варвары. Разным святым дана благодать молиться о разных духовных и материальных нуждах христиан. Но великомученице Варваре Господь дал особый дар – молитвы и предстательство последнем причастии. И если подумать, то это самый большой дар на земле. Эта красивая и умная девушка претерпела множество пыток за Христа по отцовской языческой злобе. Она, юная, красивая и хрупкая, говорит только одно – Христос, моя сила, Ему я верю, за Ним пойду даже до смерти. И шла, и ангелы, по велению Божию, не желая, чтобы ее девичья нагота была поругана, невидимо покрывают ее благодатной одеждой, мучения, жесточайшие, и, наконец, по повелению Отца, умерщвление. Перед казнью святая Варвара молила Бога, чтобы все, кто будут, вспоминая ее мученичество, просить ее помощи, были избавлены от внезапной смерти без исповеди и причащения святых христовых тайн. В конце богослужения духовенством было пропето славление святой угодницы Божией. Пример святителя Гурия, память которого Святая Церковь совершала совсем недавно, учит нас тому, как человек способен своими добродетелями осветить любое место, на котором он находится. Сам святой своим подвигом приводил ко Христу жителей Московской, Тверской и Казанской епархии. В богослужении всех трех служб, на представление, перенесение мощей святителя и на собор казанских святых, основной акцент ставится на одном историческом факте, а именно на мироточении его мощей, которое продолжается до сих пор. Митрополит Феофан призвал почаще молитвенно обращаться к просветителю Казанской земли. И тогда в этом волнующемся море житейском, которое грозит потопить нас в тине греха и беззакония, приведет и нас к твердой вере, к усердной молитве, к благочестивой жизни, к любви к Богу, стояние за веру, если надо, то и до смерти».